Аллилуйя, давайте Богу воздадим все аплодисменты. Давайте будем провозглашать. Прибудьте в мире. Вы миссионер, который спасет весь мир. Вы унаследуете эту землю. Да, давайте еще раз поприветствуем. Давайте скажем, только Христос является путем. Аминь, правильно? На этой неделе мы с вами будем праздновать пришествие Христа. У нас будет рождественское богослужение 25 числа, вот в субботу. Да, вот здесь, в главном зале будет проходить. А 24 числа мы тоже будем, праздновать Рождество, но собираться не будем, онлайн будем. Каждый в своих семьях. Да, конечно, очень важно собраться и вместе прославить. Но изначально мы так делали, и сейчас будем делать. То есть по семьям собираться и вместе проводить время. И вот мы будем смотреть по онлайн вот такое рождественское вот приветствие. И вот через вот это вот празднование Рождества, желаю, чтобы вы еще раз восстановили смысл Рождества. Вот если посмотреть Луки 2 главу, то сказано, Христос пришел на эту землю. И слава Богу, и Богу слава была воздана. И сказано, что мир пришел на землю. То есть то событие, когда пришел на эту землю Христос, это событие воздает Богу славу. Что это значит? Это значит, приход Христа восстанавливает славу Божью. И все люди, которые на земле, написано, славьте Бога. То есть это значит, что теперь всем, в жизни всех людей может восстановиться мир Божий благодаря приходу Христа. И вот это слово «благословение мира» имеет в себе два значения. Первое, то есть сначала здесь говорится о благословении мира, и второе, здесь говорится о благословении единства. То есть через Христа мы получаем истинный мир, и мы становимся церковь, семья, все верующие, мы все становимся одним целым благодаря Христа. Вот я благословляю, что вы наслаждались этими благословениями. Благословляю вас. И вот на следующей неделе мы уже последний раз преподнем богослужение в этом году. И вот сегодня у нас предпоследнее богослужение. И вот в течение одного года каждого из вас Бог, Он каким путем вел? Вот давайте мы с вами постараемся подытожить сегодняшний год. Для того, чтобы выявить те благословения, для того, чтобы посмотреть на то, как Бог, Он вел нас. И потом, в 2022 году, у Бога уже есть план на этот Новый год для нас. Вот в течение этого года, вот по-разному, мы вели жизнь веры, но есть благословение, которое мы получили, есть ответы, которые мы получили. Но для того, чтобы получать настоящие ответы и благословения, вот есть исповедание людей, которые получали это уже благословение. Что это за выражение? Это только Христос. Вот здесь необходимо найти все ответы. Вот в течение одного года вы получали такие ответы, и трудности были, и были там семейные проблемы. И, конечно, Бог действовал во всем. Но это не цель. Бог через все это, Он хотел дать вам ответ только Христос. Поэтому, если мы получаем ответ от Бога и правильное Божье водительство, тогда получаем правильный ответ только Христос. И выходит исповедание такое тоже, только Христос. И вы, наверное, хотите тоже в новом году получить новые благословения, правильно? Послушайте, если вы начнете с благословения только Христос, тогда
вы получите водительство, чтобы получать настоящий ответ от Бога. Почему? Потому что самый лучший ответ, который Бог нам дает, самое лучшее благословение, которое Бог нам дает, это Христос. Поэтому вот Римлянам 8:32 сказано, что Он и Сына Своего не пожалел. Неужели не даст нам и всего? То есть, вот этот Сына, это о Христе говорится. Сказано, что со Христом Он дал нам все. То есть, Бог, Он уже во Христе дал нам все. То есть, то, что Бог дал мне Христа, это значит, Бог дал мне уже все. Аминь. Поэтому вы так исповедуйте. Я человек, который уже все получил во Христе. Вот у вас должно выйти такое исповедание. Вот, Бог, который дал мне Христа, который предал Его за всех. То есть, с этим, со Христом, Бог, Он уже дал нам все. И если это так, тогда, конечно, важно получить всякие ответы, но самое важное, чтобы всегда оставался только Христос. Вот, усердно делай, получится. Нет, не так. Бог, Он уже нам во Христе дал все благословения. То есть все благословения уже пришли во Христе к нам. Поэтому достаточно только Христом наслаждаться. Что это за благословение имени Христа, которое Бог нам дал? Значит, говорится о том, что тайна триединого Бога, Бог Отец, Бог Сын, Бог Духа Святого, уже нам даны во Христе. Бог Отец, Он и сейчас дает Слово и совершает это Слово. Бог Сын Христос и сейчас разрушает три бедствия. И Бог Дух Святой, Он и сейчас действует, когда мы молимся. Поэтому вот этот Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, вот эта тайна триединого Бога через Христа внутрь меня пришла. Вот эта тайна триединого Бога внутри меня пришла. Поэтому достаточно только наслаждаться тайной триединого Бога. И тогда будет появляться сила. Вот это и есть пять сил. Духовная сила, мудрость, здоровье, финансовое благословение и сила работника, человеческая сила. И вот в имени Христа есть благословения, которые нам приходят сверху. Это благословение престола Божьего. То есть, когда мы держимся за имя Христа, тогда нашей поддержкой, даже если у нас нет мирской поддержки, не страшно, потому что наша поддержка — это престол Божий. Поэтому в благословении престола Божьего нам даны огромные благословения. Настолько много этих благословений, что мы даже сможем мир спасти и останется. Вот это есть. И как это к нам все пришло? Через Христа это все пришло. И через этого Христа, вот, Бог, который действовал в городе Сан-Марко, Он открыл три эпохи. То есть, это эпоха специализации, ученичества и всемирность. То есть, город Сан-Марко, они получили эти ответы. Поэтому мы с вами тоже через Христа, хоть мы сидим на этом месте, но мы так, тихонько, спокойно, мы можем получить этот ответ. Ответ специализации, ученичества и всемирности. Вот мы уже все получили с вами. Поэтому давайте скажем, через Христа все уже имею. Аминь. А тогда как это найти, как этим наслаждаться? Вот есть расписание Божье. Вот через надо следовать за расписанием Божьим. Вот, если вы наслаждаетесь Христом и молитесь, тогда одно за одним, очень точным образом, не мое расписание, а по Божьему расписанию, очень точные вещи будут совершаться в моей вещи. Поэтому вот три вещи я хочу сказать главные. Первое. Как вот это Божье расписание, оно будет совершаться на моем месте действия. Что такое расписание Божье? Бог, Он уже все приготовил. И Бог, Он проявляет эти благословения, это действие проявляется в Божье расписание, в Божье время. И вот надо только об одном думать. Как это расписание может, как оно совершается в моей жизни? Поэтому сегодняшняя тема — это Божье благословение и Его расписание. То есть, когда Божье расписание будет совершаться в моей жизни?
И вот первое. Значит, хоть эпоха и развивается, но духовная тьма, сила тьмы становится еще сильнее, увеличивается. То есть вот в эпоху этой тьмы в моей жизни совершается Божье расписание. Из-за силы тьмы в этом мире вот люди разрушаются. Но в то же время начинается Божье действие. Вот в основном люди, они не понимают и не знают тех вещей, которых невидимо. Но из-за силы тьмы все видимое в этом мире, оно развивается. И в тот момент, когда мы сможем это открыть для себя, вот тогда в нашей жизни начнется Божье действие. Вот посмотрите сейчас. Вот сейчас по всему миру тьма, она все закрыла. Силы тьмы. И вот Иоанна 14:30 говорит о том, что в этом мире есть Бог века сего. Это сатана, князь мира. Вот если вот 2 Коринфянам 4:4 сказано, что сатана, он Бог века сего. То есть сейчас злой сатана, вот невидимо глазам, но он сейчас завоевал все. Как он завоевал все? Это и есть Бытие 3 глава, 6 глава и 11 глава. Через это он завоевал все. Я, и затем это мирские, плотские вещи и успех. То есть вот это то, что нам нравится, вот хоть мы и не знаем, но когда мы следуем за этим, вот мы тоже находимся во тьме. То есть вот сатана через вот эту невидимую стратегию, он все завоевал. Человек является духовным творением. Обязательно надо знать Бога и надо встретиться с Богом. Поэтому нам, которые являются духовными творениями, из-за того, что мы потеряли образ Божий, поэтому пока мы живем на этой земле, обязательно приходят духовные проблемы. Поэтому в итоге, поскольку мы являемся духовным творением, но как мы живем? Мы живем только ради плоского. То есть только связаны реальностью. Живем только ради плоского. Тогда как произойдет? Вот хоть мы имеем плотские вещи, но в сердце постоянно пусто. Чего-то не хватает. Послушай, потому что плотские вещи — это не все. Духовные вещи — это все. И потому что человек является духовным творением. Поэтому как бы духовное творение не имел много плотского, если он упускает духовное, он не будет счастлив. Значит, вот люди, они имеют много плотского, но все равно им все равно не хватает. Почему? Потому что внутри есть пусто. И потом люди не пытаются отобрать у других людей. Почему это происходит? Потому что они находятся во тьме. Поэтому Бытие 1.2 сказано, была тьма, пустота и хаос. То есть, если не встретиться с Богом, тогда в этом мире живу, чем больше знаю, чем больше имею, то в итоге что произойдет? Впадаю в пустоту. И хаос, и тьма у меня. То есть, тьма, пустота, хаос будет. И вот сейчас силы тьмы, которые всех обманывают через плотские вещи, они завоевали весь мир. Но и в это время начинается Божье действие. Вот Иисус, Он когда призвал учеников Своих, есть то слово, которое Он сказал им. Самое первое слово. Если посмотреть. Вот как только Он призвал их, вот Марка 3 глава, 13 стих, сказано, призвал, кого сам хотел, и чтобы быть с ними, и поставить их, и послать их на проповедь. И 15 стих сказано, и дал им власть изгонять бесов. То есть не просто так изгонять бесов, а потому что весь мир связан бесами. Поэтому слово Господа было такое, Он дал им власть
изгонять бесов. И ради этого он призвал, чтобы у них была такая власть. И вот если посмотреть тоже в Матфея, когда Иисус послал учеников по двое, то слово говорит о том, что они изгоняли бесов на местах действия. Почему? Потому что сейчас по всему миру, на всех местах действия, бесы там развлекаются. И послушайте, сейчас люди, они схвачены бесами. Вот посмотрите на три организации. Это бесовские организации. Вот в Европе, вот посмотрите, это движение медитации. Это движение, когда люди преисполняются демонами, злыми духами. И, ну, те страны такие очень низкого уровня, такие бедные, вот они там реально занимаются всякой бесовскими вещами. А в странах богатых, развитых, там другой уровень, они занимаются медитацией. Но суть одна и та же. Поэтому, когда Иисус он призвал учеников, первое, что Он дал им власть изгонять бесов. Вот слово нам так говорит. Поэтому мы сами, да и наши семьи, и наши бизнесы, и место работы, там прежде необходимо сокрушать силы тьмы, и только тогда сойдет Божье благословение. Поэтому вот если посмотреть Матфея 12, 28-29, сказано, если... Написано, если Дух Святой сошел, тогда будут сокрушаться бесы. О чем говорит 29 стих? Сказано вообще, что если не связать сильного, тогда как можно расхитить имение его? То есть прежде необходимо сильного связать. Я желаю, чтобы вы наслаждались. Вот если вы хотите наслаждаться настоящим Божьим действием, тогда вам надо в вашей семье, работе, на всех местах действия сокрушать силы тьмы. Потому что и сейчас в вашем бизнесе есть силы тьмы, которые действуют, поэтому необходимо их сокрушать. Я благословляю вас на это. Вот сегодня мы прочитаем место из Писания. Израильский народ входит в Ханан. Вот почему израильскому народу необходимо войти в Ханан? Потому что там собрались самые сильные люди. То есть, семь народов, 31 царь жили в Ханане. И вот этот семь народов, 31 царь, вот они все были идолопоклонниками. И вот у них у всех были свои боги были. Это что это значит? Это значит, что все они были, вот этот Ханан был полностью завоеван силами тьмы. И вот эти семь царей, 7 народов, 31 царь полностью были связаны тьмою. И тогда Бог говорит сейчас слово израильскому народу, который входит в эту землю. Только получив этот ответ, можно спасти 237 стран мира. Прежде, одержав победу в духовной войне, сокрушая силы тьмы, можно спасти 237 стран. То есть, так же самое, только сокрушая силы тьмы, можно было завоевать 7 народов и 31 царя. И когда они входили в эту землю, то есть Бог, Он дал им обещание, что Он будет действовать силой, которая превосходит пространство и время. То есть Бог, Он дал это благословение израильскому народу. Значит, если у нас с вами не будет силы от Бога, мы не можем спасти 237 стран. То есть, если нет силы, тогда мы будем только следовать за этими 237 странами. Но если обрести силу от Бога, тогда можем спасти 237 стран мира. И вот я желаю, чтобы вы обретали эту силу от Бога. Если у нас нет силы от Бога, тогда я сам даже не могу поступать так, как хочу в своей жизни. Если у меня нет силы от Бога, тогда как я могу выполнять работу, которую мне следует выполнять? Я даже не могу свои вещи сделать. Поэтому нам всем нужна сила Божья. А что это за сила Божья? Это настоящая сила. Другими словами, это сила Духа Святого. Вот послушайте, у вас есть прошлое, есть свои раны. И вот если вы будете держаться за свои раны, за прошлое, тогда вот вы будете жить жизнью пораженца. Поэтому путь поменять свое, вот избавиться от своего прошлого, это обрести силу Божию. Послушайте, ваши силы не важны.
Вашими силами невозможно избавиться от прошлого. Но силой Божьей возможно избавиться от прошлого. Поэтому я благословляю, что вы сегодня обрели эту силу. Если у нас нет силы от Бога, тогда даже маленькую работу мы не можем выполнить как следует. И почему Бог Он дает нам свою силу? Не ради чего-то другого, а потому что необходимо избавиться от этих идолов, через которых действуют силы тьмы, от этих богов. Вот, давайте посмотрим третий стих, Второзаконие 12:3. «И разрушите жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и разбейте имя их от места того». А, истребите имя их от места того. Почему Бог дает нам силу? Силу, которая превосходит пространство и время. Почему Бог дает нам эту силу? Потому что на этой земле есть силы тьмы, которые действуют через идолы. И для того, чтобы избавиться от этих идолов, от этой силы тьмы, Бог дает нам благословение, силу Божию, которая превосходит пространство и время. Послушайте, человек это такое. Вот если он не знает Евангелия, то само собой, он даже сам того не понимая, будет идолы строить, вот религию будет создавать. И нет исключения здесь. Почему? Потому что люди вообще изначально были созданы по образу Божьему, зная Бога, наслаждались Богом. То есть Бог нас создал, чтобы мы так жили. Но, обманувшись сатаной, человек покинул Бога. Поэтому, хоть мы и покинули Бога, но внутри у нас есть вот этот инстинкт искать Бога. Вот если посмотреть, Екклезиаст 3:11, сказано, что Бог дал в сердце человека мир Божий, чтобы человек познавал Бога. То есть, другими словами, у нас есть вот этот инстинкт, сущность искать Бога. Но из-за того, что человек потерял Бога, обманувшись сатаной, то есть, что теперь человек делает, чтобы все-таки заполнить вот этот поиск Бога? Сатана дает человеку идол. Поэтому все люди, без исключения, которые не знают Евангелия, они создают идолы, и они ведут религиозный образ жизни. Но вы посмотрите на вот эту религиозную идолопоклонническую жизнь веры. Вот посмотрите, все люди, у которых переживания, беспокойства, они занимаются идолопоклонством. Они впадают в религию. Почему? Потому что у них есть то, о чем они беспокоятся. И в итоге, люди, они впадают в различные религии, потому что у них есть беспокойство, заботы есть. И для того, чтобы решить вот эти беспокойства и заботы, они обращаются к идолам. Но в нашем случае, в тот момент, когда мы приняли Иисуса Христа, больше не стоит переживать. Аминь. Не так ли? Вот на кресте. Вот Христос закончил все наши проблемы с вами. Поэтому больше не надо беспокоиться и переживать. В момент веры в Иисуса мы получили спасение. И в момент получения спасения, и даже сейчас, все ваши проблемы больше к вам не имеют никакого отношения. Вы теперь, прошлое ваше не имеет к вам никакого отношения. Поэтому я на 5:24 сказано, истинно истинно вам говорю, слушающий слова мои и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и не приходит на суд, и перешел от смерти в жизнь. Послушайте, поскольку вы верующие, нет необходимости беспокоиться и переживать, как неверующие. Вот это вам не знать. Вот это самый большой грех пред Богом. Потому что Бог уже все закончил. Мы уже, написано, получили жизнь вечную. Мы уже перешли от смерти, в жизнь перешли. А мы переживаем, беспокоимся, неверие проявляем. Вот это пред Богом самый большой грех. Поэтому желаю, чтобы вы избавились от всех беспокойств и переживаний. Не надо переживать, потому что Христос все закончил. Я благословляю, что вы восстановили истинную веру. Поэтому наша вера в Иисуса — это не что-то такое простое. В тот момент, когда мы получили спасение, все именем Иисуса Христа, все проблемы закончены. И теперь больше нет необходимости беспокоиться и переживать.
Вот мы сегодня уже пели, да, прославление? Иисус есть путь. Но когда мы беспокоимся, и переживаем, мы как бы теряем вот это благословение. То, что Иисус, Он путь. Если Иисус является путем, тогда нет необходимости беспокоиться, переживать. Потому что Христос уже все проблемы закончил. Но почему Бог дал нам это благословение? Бог дал нам это благословение для того, чтобы мы избавились от вот этих вот идолов, которых мы читали сегодня. Для того, чтобы мы, да, разбили вот эти идолы, избавились от них. И в эту эпоху с вами, где проявляется сила, когда Бог действует? Вот, послушайте. Вот, как нам в эту эпоху избавиться от идолов, решить проблему идолов? Первое. Вот, внутрь меня необходимо наслаждаться силой Евангелия Иисуса Христа, которая уже во мне находится. Вот когда мы наслаждаемся вот этой силой Иисуса Христа внутри меня, тогда на наших местах действия идолы и сокрушаются. Почему? Потому что если внутри меня есть свет Иисуса Христа, тогда свет светит. Когда свет светит, тогда тьма усходит. Вот мы сегодня с вами тоже пели: «Восстань и светись». Вот иногда вот нам кажется, что нам надо что-то делать, какие-то добрые дела, что-то делать по отношению к другим. Но это не так. Послушайте, нам надо просто светить светом. Что значит светить светом? Вот. Вот сила вот этого Евангелия Христа уже внутри меня находится. И когда я наслаждаюсь этим Христом, и тогда вот этот свет, он светит. И этот свет, он передается. А свет Божий не будет светиться из-за моих добрых дел каких-то. Нет, из-за того, что внутрь меня уже пришел Христос, и когда я наслаждаюсь Его силой, вот тогда сокрушаются силы тьмы. И тогда все идолы, через которые действуют силы тьмы, они тоже будут разрушаться. Поэтому, если только знаешь Иисуса Христа, тогда силы тьмы, они уходят. Больше ничего другого знать не надо. Послушайте, как бы мы ни пытались усердно вести же сферы, если мы не будем знать силу Иисуса Христа, я прошу прощения, тогда это все не настоящее. Только наслаждаясь силой Евангелия Иисуса Христа, тогда будет проявляться свидетельство. Я благословляю вас на это. Что сейчас нужно нашим местам действия? Что необходимо нашим семьям, нашим местам работы, бизнесам? Вот я вам сейчас хочу так сказать. Конечно, в этом мире много всяких слов. Надо делать так. Но чем больше проходит время, тем неизбежно будут приходить духовные проблемы. Но люди не могут понять, что это за духовные проблемы. Почему? Ведь наука же развивается. Почему вы говорите, что духовные проблемы увеличиваются? Что такое духовная проблема? Это то, что мирскими вещами в этом мире невозможно решить. То есть духовную проблему мы сами решить можем. И мы сами того не заметили, как у нас появилась духовная проблема. Но как ее решить? Вот первое место, где Иисус показал чудо, это свадьба в Кане Галилейской. Вот Иисуса пригласили как гостя, но на свадьбе закончилось вино, и вот тогда, когда узнали, что Иисус там на свадьбе, они принесли к Нему воду, и вот тогда Иисус, Он воду превратил в вино. Значит, когда Иисус, Он был как гость, проблема не решалась. Но когда Иисус стал хозяином, тогда чудо произошло. Вот Петр, он тоже, через него Бог произвел чудо. Когда Петр поднял хромого возле ворот храма. И он сделал это именем Иисуса Христа.
И вот, вы же знаете, Деяния 3:6, он говорит, серебра и золота нет у меня, но что имею, то даю тебе, встань во имя Иисуса Христа. И вот из-за того, вот этого события, когда поднялся этот хромой, вот Петр, его отвели в религиозный суд. И тогда Петр в этом религиозном суде, ни о чем, ничего не боясь, наполнен Святым Духом, что он говорит? Деяния 4:12. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись». Вот послушайте, единственное имя, которое может решить наши духовные проблемы, это только Иисус Христос. Ничем другим не решится. Поэтому в имени, вот у Иисуса Христа уже есть вся власть на небе и на земле. И сам Иисус говорит, мне дана вся власть на земле. То есть только именем Иисуса Христа можно решить духовную проблему. Поэтому Бог, Он дал этому Иисусу, который является Христом, всю власть на небе и на земле. И вот, возможно, у меня сегодня тоже есть трудности какие-то. Послушайте, возможно, есть те проблемы, которые я не могу решить. Я желаю, чтобы вы бросили вызов этим проблемам именем Иисуса Христа. И тогда тьма сокрушится, тогда решится духовная проблема, и тогда сойдет Царство Небесное, и произойдет, начнут проявляться Божьи благословения. То есть, вот все благословения Божьи, когда совершаются в моей жизни? Когда сокрушается тьма? Это номер один. И во-вторых, вот эти, когда Божьи благословения будут проявляться в моей жизни? Когда я буду наслаждаться, истинным богослужением. Поэтому нам необходимо остановить богослужение каждый день. И вот мы сегодня прочитали, вот в 6 стихе сказано, «Принесите все сожжения ваши, жертвы, десятины, возношение рук ваших, обеты ваши, добровольные приношения и первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего». То есть это все говорится о богослужении. То есть это так. Когда Божье благословение проявляется, когда Божье обещание совершается в нашей жизни, когда мы преподносим богослужение. Поэтому вы действительно... Я благословляю, чтобы вы могли восстановить богослужение в вашей жизни. Вот когда мы приходим в церковь, когда мы преподносим богослужение, вот необходимо сосредоточиться, чтобы получить Божью благодать. И не просто так возвращайтесь домой. Обязательно желаю, чтобы вы получили благодать и возвращались домой. Вот когда мы одерживаем победу в богослужении, тогда все места действия оживают. То есть, что происходит, когда мы преподносим богослужение? Это время, когда приводится в движение небесный престол. Вот это время богослужения. Что это за время богослужения? Это время, когда действие, сила Божья, которая превосходит пространство и время, начинает действовать. Что это за время богослужения? Когда происходит действие Божие на наших потомков и на 237 стран. Поэтому, если вы восстановите богослужение, то все восстанавливается. Поэтому каждую неделю надо ожидать воскресного богослужения. Вот вы радуетесь, вы счастливы из-за богослужения. Вот, обретаете ли вы силу от богослужения каждый день? Получаете ли вы впечатление от богослужения? Вот если у вас будет так получаться, тогда обязательно ваша жизнь будет победоносной. Послушайте, богослужение — это время, когда мы встречаемся с Богом, и когда мы общаемся с Богом. И вот особенно, вот когда Бог, Он дает нам Слово, на этом все заканчивается, вот в этом есть все благословения. А если это не будет получаться, тогда вот проходит время, вроде бы преподношу богослужение, но постоянно в бремени нахожусь. И богослужение уже не будет получаться в церкви. И жизнь будет разрушаться. Вот это очень важно понять. Почему я такой? Почему моя жизнь такая? Вот если посмотреть, то в моей жизни нет времени, когда я получаю Божью благодать. То есть богослужение, это что-то такое простое, там сделали и все. Нет. Какая бы ни была жизнь, если нет богослужения, эта жизнь обречена разрушиться.
Поэтому вот мы с вами по-настоящему через богослужение должны получать слово и жизнь положить за то, чтобы это слово положить. И кажется, я вроде бы слушаю слово, ничего не происходит, но на самом-то деле во время слушания слова Бог через слово своему народу, Он говорит то, что Он будет совершать, то, что Бог будет совершать. Поэтому вот в Иеремии 33:3 сказано, вот Иеремия 31:3 сказано, и было слово Иеремии во второй раз. И сказано, говорит, 33 стих, «Я покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь». Вот когда я получаю Слово Божье, вот в то время в моей жизни сам Бог начинает действовать. Вот я когда слушаю Слово, принимаю Божье Слово, вот тогда Бог через это Слово, вот Бог, Он начинает строить мою жизнь, создавать мою жизнь. И вот богослужение — это время, когда начинается новый отчет в моей жизни. И вот всегда сатана, он всегда действует, чтобы я не смог получить это Божье Слово. Поэтому необходимо восстановить богослужение. Я желаю, чтобы вы одержали победу в богослужении. Потому что во время богослужения Бог дает Слово. И через это Слово Бог начинает действовать. И Бог дает нам понять то, что Он будет действовать. И Бог, Он совершает свое Слово. Поэтому необходимо восстановить богослужение. И в-третьих, последнее. Когда все Божьи благословения проявляются в моей жизни? Когда Божьи обещания совершаются в моей жизни? Значит, в том месте, где имя Божье провозглашается. Вот в этом месте, подготовленном месте. Вот мы сегодня прочитали. Вот 5 стих. «Но к месту, какое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, обращайтесь и туда приходите». Вот такое слово сказано. Вот посмотрите, 11 стих. «Тогда какое место изберет Господь, Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там?» Вот смотрите, написано, место, где будет пребывать имя Его. То есть это храм. То есть вот вместе, то есть в этом храме совершается Божье обещание. И 14 стих сказано, но на том только месте, которое изберет Господь. Смотрите, на том только месте. То есть, еще раз скажу вам, Божье благословение проявляется в Божьем храме. Божье обещание осуществляется в Божьем храме. Что это значит? В Ветхом Завете, да, было понимание о Божьем месте. Это там храм, Иерусалимский храм. Но сейчас, вот в наше время, храм — это что это за место? Значит, для нас, место вот это Божье — это успех богослужения. Вот если будем мы просто иметь успех богослужения, тогда будет проявляться Божье действие. Значит, то место, где свет светит, там тьма не может находиться. Вот та же самая, если мы будем наслаждаться успехом богослужения на том месте, где мы находимся, тогда обязательно силы тьмы не будут убегать. Поэтому на любом месте, где будет провозглашаться имя Христа, там будут убегать бесы и будет сходить Царство Небесное. Поэтому где этот храм? Это внутри меня. Внутри меня необходимо восстановить благословение богослужения. И тогда на всех местах действия необходимо наслаждаться богослужением. И тогда Бог, действуя Духом Святым, будет сокрушаться силы тьмы и будет сходить Царство Небесное. И что это за благословение? Место, где провозглашается Божье Слово. Это Арютиси. Это непростое слово. Арютиси — это то место, которое, где собираются потомки, и где останавливается бедствие эпохи. Вот это Арютиси. Вот такой храм необходимо восстановить в эту эпоху. То есть не просто так, ну хорошо там вырастить своих детей, чтобы они преуспели. Нет, необходимо так, чтобы они в Евангелии пустили корни, запечатлились в Евангелии, сделали своей сущностью. Вот необходимо так, чтобы через наших детей имя Господа
Вот прославилась, проявилась потом. Поэтому необходимо молиться за Арютиси. Вот Арютиси это и есть тот храм, который необходимо восстановить в эту эпоху. И еще одно. Что такое успех богослужения? Это спасение 237 стран. Это подготовить систему, куда люди с разных народов будут приходить. То есть необходимо подготовить вот такой храм, куда все народы будут приходить. И вот еще раз вам хочу сказать, вот необходимо, чтобы все через богослужение оживали. И служители, и пасторы, и лидеры простых верующих, и потомки наши, и все ученики. Необходимо так, чтобы у всех было сердце относительно всего мира. То есть потому что вот это и есть система, чтобы объять все народы. 237 стран для спасения. Вот такой вот храм необходимо восстановить в эту эпоху. Я подытожу вам слово. Первое. Необходимо сокрушить тьму. Затем восстановить истинное богослужение. И третье. Это необходимо восстановить храм, который будет провозглашать имя Господне. И тогда Божьи благословения будут совершаться в нашей жизни. И они будут совершаться по Божьему расписанию. Вот это то, что необходимо мне. Это не только сегодня мне необходимо. Вот давайте мы еще с вами посмотрим первый стих. 12 глава, первый стих. Вместе прочитаем. «Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь, Бог отцов твоих, дает тебе во владение во все дни, которые будете жить на той земле». То есть написано, постановления и законы, необходимо исполнять их. И вот тогда, если мы будем держаться за Слово, это Слово не только на эту неделю, это Слово, которое всю жизнь необходимо держаться. Вот сейчас, вот в нашу эпоху, очень много проявляется духовных проблем. И еще более сильнее становится вот это движение, бесовское движение. Люди, обладаемые бесом. И тогда... И в это время все равно Бог, Он действует благословение. Поэтому еще раз я вам хочу сказать. Первое. Наслаждайтесь властью, которая сокрушает силы тьмы. Второе. Наслаждайтесь благословением, богослужением. И где бы вы ни находились, собирайтесь вот вместе для того, чтобы имя Божье провозглашать. То есть я благословляю, что вы стали людьми, которые будут наслаждаться этим благословением. Бог, мы, держа за Слово, которое Ты нам сегодня дал, помоги нам всю жизнь нашу, всем нашим верующим испытать Божье действие. Молюсь во имя живого Господа Иисуса Христа с благодарением, благословляю. Аминь.